Здорово, танкисты! С вами канал Индомита. Вот сегодня у нас смотр шикарного реплея на ПТ-САУ Забон Т-103, советская ПТ-САУ. Мощь, мощь и еще раз мощь. Много ждет нас дамага, красивый бой, не отходите от экранов. Ну а мы с вами начинаем. Итак, попали мы на карту аэродром. У нас игрок Леха, 123 РУС. Вот, посмотрим, как сегодня наш Алексей реализует данную машину. Купил забоны, нарядил внешний вид, икру нацепил, да? Посмотрим. У меня такая есть в ангаре. Мне тачка нравится. Нравится в первую очередь по ее пухе, по ее крепкой башне. Главное найти на карте место для отыгрыша от башни. Да, есть лючок, куда все как раз стараются пробивать эту ПТ-шку, если видят только одну башню. Но он маленький и не всегда пробивается. Брать ли или не брать эту тачку забоны, я считаю, что для разнообразия в ангаре иметь прем ПТ-САУ для фарма серебра 8 левела забоны. Ну а почему бы и нет? Тем более, что забоны, а не за реальные деньги. Вот уже засвет, ЛТшечка нас засветила. Сетап у нас с семерками. 8-7 левел. Вот, наш игрок едет на позицию, где обычно перестреливают тяжелые танки. Не стал он стоять в дефе на базе, где-нибудь на балкончике, на кустах, а решил, так сказать, посражаться. Раскатка, в принципе, неплохая. Справа танки у нас тоже присутствуют. На центре танки есть. Все фланги защищены. О, как хитро откатывается. Бля, у них там ни одной ПТ-шки. Даже не засветился, проехал. Интересно. Интересно. Итальяшка от УВН играет бонус-код. Мы в засвете. Есть арта. Оп. 13.75 получил первую плюху. Отлично. Отлично. О, бонус-код. Здрасте. Хорошая альфа проходит. Еще разочек точно зайдет. Нет, промазали. Ничего страшного, ничего страшного. Что делать? Так. Итальяшка. В НЛДшечку получает наш итальянец. Все. Заехал, спрятался. Очень странно, что тяжелые танки противник не прикрывает ПТ-шками, хотя ПТ-шек в обоих команд много. Ну вот видите, мы даже смогли заехать на балкон. Прям, ну реально странно. Обычно этих ПТ-шек на балконе в прикрытии тяжелых танков там 2-3 стоит, сегодня ни одной. Есть. Отлично. Так, ну что, итальяшки попробовать закинуть. Не пробили мы этого итальянца. Конечно, переапанная имба, это итальянская ветка. В рубку практически не пробить. Ох, хорошо зашло. Так, это, кстати, это второго лица выстрел. Давайте будем от первого смотреть, как, так сказать, целит наш Алексей. Там прям пытаются продавить, ребята. Пробитие. Есть. Минус один итальянец. А это дорогого стоит. Как только засветили мы Т-25 на 2.
Есть. Ну прям все шоты хорошо залетают. Уже 3к дамага в копилке нашего героя. Счет 5-4, и вот арта сагрилась. Начинает фокусить. Я бы на месте Алексея уже бы отсюда ретировался. Не, ну туда его не пробить. О! Сочный наш. Сейчас арта опять насрет. Вот, летит. Промазала, слава богу. Бурасик, пожалуйста, теперь будет светить. Есть разные ПТ-САУ, есть, сами знаете, кустовые, есть штурмовые. А вот что такое Т-103, до сих пор непонятно. Назвать ее штурмовой язык не поворачивается. Да, у нас крепкая башня, но у нас совершенно мягенький корпус. Это такая ПТ-шка со своим стилем игры. Можно и в кустиках поиграть, а при должных местах отыгрыша от башни. То есть она универсальна. Вот правильная аббревиатура названия этой ПТСА. Универсальна. И если вы реально до сих пор думаете, брать или не брать, я вам прям советую, возьмите. Вам она зайдет, мне кажется, понравится. Счет 9-6, наша команда выигрывает. Три фрага у нашей Т-103. А вот и АЦ-шечка нарисовалась. Здрасте. Здрасте. Ну ее нафиг. По сути, тут уже победой пахнет. Но хотелось бы дожить до конца боя. И настрелять еще побольше дамага. Так. Так, Барсик тут ездит. Ну-ка, кыс-кыс-кыс, Барсик. Интересно, зашло или нет. Слева у нас коров П-88, итальяшка поджимает. Зашло. Хорошо. Хорошо. Надо давить. Вот сейчас надо уже давить. Все отлично. Ну что, левый фланг почти зачищен. За углом справа стоит Кинг Тигр. Вот он. Да, у нас пушечка-то не опускается, а он взял нам башню стрельнул. Красавчик. Просто красавчик на кинге. А вот и у нас Артули засветился. Смотрите, как везет. Оп! 4 фрага, господа, 5к дамага. На самом деле, Т-103 это достаточно стабильная ПТ-шка по настрелу. Нет, без сведения, жахнул. Такое себе. А вот еще друг нарисовался. Хорошо. 5,5 почти к дамага. Надо Скорпиона добирать. Надо 6000 дамага делать. Я, кстати, этот бой вместе с вами впервые смотрю. Все, 6000 не будет, поскольку Барсик очень далеко. И мы банально к нему просто не успеем доехать. Так что, ребята, реально рекомендую брать Т-103 в ангар. Прожимайте лайкосы, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор это не сделали. Вот. А я повторюсь, мне эта ПТ-шка нравится, и на ней интересно отыгрывать на наших любимых картах, в нашей любимой игре. Вот. О, Барсик что исполняет? Сейчас ведь убежит. Вот, Барсик. Как странно, снаряд залетел. Явно было видно, что... Ну все, 6000 есть. Ладно, спасибо за просмотр. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока.
играешь в танки, подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.